Крыша Рижского замка готова. На сегодняшний день работы по установке несущих конструкций и покрытий закончены. Из-за пожара ремонтные работы затянулись, но, несмотря на это, строители обещают успеть в срок. Анастасия Дьяконова и оценила масштаб работ в закрытой на ремонт резиденции президента. Здесь пахнет свежей краской и пылью. Кое-где раздается стук молотков. В залах расставлены лампы. Они освещают отдельные участки стен. Реставраторам так легче работать. А это тот самый злополучный чердак. Прошлым летом пожар начался именно здесь. Тогда казалось, что из-за пожара реставрация под угрозой. Но замок все же удалось спасти. Сейчас мы находимся в белом зале. Если вы думаете, почему здесь так тесно, то мы под самой-самой крышей. Ее совсем недавно закончили. Сейчас проходят последние реставрационные работы потолка. Теперь, когда крыша на месте, можно будет приступать к внутренней отделке. На очереди посольские и праздничные залы. Работы сейчас идут не только внутри, но и снаружи. Главный фасад почти готов. Внутренний двор еще в процессе. Наружные отделочные работы были немного затруднены из-за погодных условий. Все из-за неожиданных минусов в середине октября. Кроме 220 человек, работающих на объекте, еще 60-70 занято в мастерских. Например, по реставрации мебели. Есть новая мебель, которую надо будет купить. Мебель для канцелярии и охраны. Но есть и историческая мебель, которая подходит под интерьер помещений. Ее либо приобретут на аукционах, либо возьмут из музеев. Из отведенных на ремонт 34 миллионов евро истрачены уже 18. По словам строителей, денег хватит. Планируется, что президент на свое постоянное рабочее место вернется через год, 1 ноября. Отдельное внимание сегодня уделили стене возле Рижского замка. Обычно 11 ноября жители Латвии здесь ставят свечи. И это разрушает стену. Термический вред, который свечи приносят, и так, вот этот парафин или жир от свечей, он в эти, видите, тут пористая такая поверхность есть, да? И проникает вот этот парафин туда, и оттуда уже выскоблить, но никак. Нужны специальные методики, которые можно очищать только. Это очень дорого стоит. В прошлом году налогоплательщикам такое вот празднование обошлось 21 тысячу евро. Столько стоил ремонт стены. В день Лачплисиса всех призывают оставлять свечи в специально отведенном для этого месте. Анастасия Дьяконова, Валтер Зелч, Латвийское телевидение.